Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру под названием «Королевство маленьких коротышек». Так, ну что ж, сейчас мы будем биться с врагами. Вот у нас первый гоблин. Так, сейчас подождем немножечко, и дополнительно мы его сейчас, наш рыцарь, мечом. Хопс. Есть, мы его убили, следующий. Так. Ой, стрелок. Вот этого я не люблю, вот этих стрелков. Они достаточно такие сильные. О, есть, убили. Так, надо не забыть подлечиться. Так, подлечиваемся срочно и бьем рыцарем мечом. Хорошо. Так, ну что ж, победим мы этих двух монстриков-то или нет? Так, давай, лучница, давай, копьем своим. Есть. Ой, скоро погибнет. Нет, погиб наш рыцарь, и у нас осталась только лучница. Давай, лучница, дорогая. И волшебник стреляет. Ой, здорово, победили, молодцы. Так, давайте посмотрим, что у нас в арсенале находится. Так, а в арсенале у нас есть для нашей лучницы шапочки. Так, соединяем вот эти шапочки, получается... Вау, новый предмет, новая шапочка, смотрите, с перышками. Хорошо, продолжаем играть. Так. Ой, какой же путь у нас, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6 боев нужно нам пройти. А, нет, подожди, не так считал я. Два боя всего лишь пройти. Но напомню, нам еще не попадались сундуки. Так. О, наш первый гоблин. Так, сейчас мы его немножечко мечом, сейчас мы его ударим. И есть. Ну, он все равно, смотри, какой живучий. Еще есть немножко у него силы. Так, интересно, кто у нас следующий будет? Лучник, наверное. Ой, нифига себе. Смотри, какой мощный монстр. С топором каким огромным. Нифига. Ой, фига, он убил нашего рыцаря. А? Так, кто у нас следующий? Нужно нам будет подлечиться обязательно. Так, а, ну это... Ой, я думал, все просто, а на самом деле-то нет. Я думаю, у нас просто будет этот бугай, а у нас еще и лучник стоит, смотри. Смотри, какие они сильные, не знаю. Ох ты, одним ударом двоих моих уничтожил. Ребят, так, ну давайте опять в бой. Смотрите, я думал, легкая будет серия сегодня прохождения, а ну вон нет. Тяжелая. Так. И у нас до сих пор не попался ни один сундук. Это очень плохо. Так, давай его победим сейчас. Есть. И, о, у нас добавили меч. Круто. Мы нашли новый меч. Это хорошо. Так, вот этого монстра нужно... Сейчас я подожду, немножко лучница сейчас у меня даст. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давай, стреляй уже. Нету времени. Нету у нас совершенно времени на него. Так, сейчас мы быстренько мечом его зарубим. Да, эта серия, конечно, сложная. Смотри, какой большой гоблин, а? Вот еще бы лучник бы, гоблин, вот видишь, справа, если бы он еще нам не мешал бы, было бы хорошо. Так, быстро, ух ты, лук у нас, смотри, новый. Так, быстро нужно подлечиться. Так, хорошо, лук мы споймали, взяли. Теперь нам нужно этого гоблина уничтожить. Ну, я думаю, мы справимся. Супер, у нас лук и меч, смотри, есть. Сейчас посмотрим, можно нам соединить их? Да, можно. Сейчас мы их соединим. Так, два меча, у нас супер новый меч. Клево. И у нас еще лучница, новый будет лук. Вообще, смотри, какой он красивенький, из дерева, и даже листочки растут из лука. Прям клево. Надеюсь, она будет очень хорошо. Сильнее намного. У нас и рыцарь с новым мечом. Ух ты, смотрите, у привидения, у нашего получилось. Смотри, привидение тоже дерется. Ничего себе, круто, у нас дополнительно будет этот самый рыцарь. Так, а ну-ка, что это у нас такое? О, смотри, какой завоздушина какая. Ураган целый. Ай, привидение наше ушло. Блин, я не успел нажать на привидение. Ладно, сейчас мы быстренько подлечимся. Так. О, давай нам бурю. Буря, помогай, смерч. Давай, нам нужно его победить. Чуть-чуть осталось, есть. Все, буря уменьшилась и исчезла.
Вот это сложный уровень, смотри. Ну, мы подобрали сундук, ребята. Это очень классно. Сейчас мы, подожди, откроем сундук наш. Первое сокровище у нас, сундук. Это очень хорошо. Так, а здесь какие-то ключи. Нам нужно аккуратненько открыть сундучок наш. Ой, так, подожди, не получается. Смотри, как он быстрый. Так, один ключ есть, второй теперь. Есть и третий. Опа, есть. Открываем. Вау, смотри, сколько много всяких штук. А ну-ка. В арсенал заходим, и сейчас мы будем здесь колдовать. Так, вот собираем вот это, и новая шляпа у нас, круто. Смотри, железная шляпа такая. Круто. Так, у нас еще волшебника есть. Шапочка новенькая будет сейчас. Ух ты, какая красивая фиолетовая шляпа. Как раз волшебники, они любят фиолетовый цвет. Так, продолжаем. Так, во. Так, у нас есть привидение. Мы сейчас сразу же привидение будем. А хотя нет, давай... Нет, нужно привидение. Привидение и, наверное, бурю. Потому что они сложные, вот эти вот. Да-да-да. Их нужно победить, они достаточно мощные противники. Ух ты, новая шляпа. Так, шляпу мы подняли, и наш призрак, он ушел. О, давай еще одного наколдуем сейчас призрака. Так, быстренько подлечиться. Ай, не успел я подлечиться, ребята. Эх, чуть-чуть, секунды не хватило. Так, вот этого давай бурю. Без бури никак. Вот это гоблин мощный, конечно, с большой такой кувалдой. Так, подлечиться, срочно подлечиться. Есть. Не знаю, мы даже его не победим, что ли? А ну давай, стреляй. Вот так, молодец. А, бурю, мы не успели еще раз бурю включить. Ну, наш старичок, конечно же, в принципе, смотри, последний, он не сильно-то и сложный. А он себя не лечит, смотри, волшебник, он не может себя лечить. Это очень плохо. Эх. Так, сейчас посмотрим, что у нас. Шляпу. О, мы эту шляпу сейчас оденем. Так, где у нас? Так, это улучшница, смотри. Опа, новый предмет, новая шляпа. Хорошо, она будет защищать ее. Так, ну продолжаем. Вступаем в бой. Мы должны выиграть этот бой сегодня. Так. Сразу мы включаем нашего призрака. Он тоже будет нам помогать хорошо. Смотри, как он бьет мечом, молодец. И я думаю, нужно срочно вызывать уже бурю. Есть, одного победили. Теперь тут лучника нужно убить, гоблина. Есть, у нас еще какая-то повязка. Повязку какую-то собрали, это интересно. Так, быстренько нам волшебника и подлечиться. Есть, сейчас мы успели подлечиться. А в тот раз мы не успели. Так, срочно бурю вызываем. Мы вызвали бурю, смотри, зря, конечно же, потратили нашу бурю. Ладно, тогда в следующий раз, я думаю, если мы сейчас не выиграем, то я думаю, мы бурю... А, давай подлечимся. Мы бурю обязательно успеем. Не будем торопиться с бурей, конечно же. Так, сейчас мы ее вызываем. А может быть, возможно, процентов 30, что мы сейчас выиграем. Но это не точно, потому что, смотри... Ой, быстрее этого... Ой, у нас остался, как хорошо. Ух, успели, выиграли. Молодцы. Я уже боялся, что мы не выиграем. Ну это хорошо, когда рыцарь умирает, призрак остается. Он не убегает. Это очень хорошо. Так, смотри, мы опять воюем с этими... Блин, зря я вызвал, конечно же. Он убежал. Ух ты, смотри. Грибок какой-то, смотри. Давай, бурю. А ну-ка, сейчас мы в буре пройдем. Так. Ну какой мощный гриб, смотри. Первый, в принципе, первого можно ничего не вызывать. Мы его так убьем. Этого злодея. Эх. Так. Ой, это червь. Червь большой, мощный червь. Надо быстренько бурю. Так. Ух ты, смотри, как он ползет быстро. О, шляпочка. Так, и сейчас мы вызываем срочно, подлечиваемся и срочно вызываем нашего призрака. Так, сейчас бурю. О, давай, быстренько бурю. Так, давай, вот есть буря. Супер. Победили, да, это было, конечно, сейчас это сложнее.
Так, ну у нас есть, смотри, арсенал. Заходим в арсенал, смотрим, что у нас здесь новенького есть. А есть у нас, смотри, мечи. Сейчас мы соединяем. Да, а мы тут уже ничего не соединишь. Все. Так, у тебя есть что-нибудь соединять? Тоже нету. И у волшебника тоже пока ничего нету. Ну ладно, тогда. Ну что ж, дорогие друзья, до новых встреч. Я закончу это видео. Смотрите видео завтра. Будет новое прохождение. Всем пока-пока. До новых встреч.